В Ленске вынесен приговор бывшему главе района Сергею Высоких. Напомню, ему вменяли статью «Мошенничество в особо крупном размере за махинации с муниципальной собственностью». После долгих разбирательств подсудимый признан виновным. Приговор огласили 6 марта в Ленском районном суде. Бывшего чиновника ждет 3 года колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Добавим, что Сергей Высоких 2 года находился под следствием. Экс-главу взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора. Он еще не вступил в силу и может быть обжалован. На основании изложенного и руководствуясь статьями 303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд приговорил признать Высоких Сергея Иннокентьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей без ограничения свободы в исправительной колонии общего режима.